Лебзи, всем привет. Решил выпустить данный ролик. Возможно, еще не все знают, не все видели, но в Dying Light во втором появился способ фарма ресурсов. Данный способ, он не бесплатный, к сожалению. Нет, это не в плане, что вы должны автору задонатить там или заплатить. Все ресурсы покупаются за игровую валюту, вот деньги старого мира. Покупать мы будем у ремесленника. Я сейчас все объясню, покажу, расскажу, мы все попробуем, все испробуем, проверим. Перед началом хотел бы попросить поставить данному видео лайк, подписаться на канал. Если кто не в курсе, то 20 числа, получается 20 сентября этого года, будет розыгрыш на канале. Разыгрываться будет холст, картина на холсте, кружка с логотипом Dying Light 2 и брелок также с тематикой Dying Light 2. Также попрошу поделиться данным видео с друзьями, там, с братьями, с сестрами, со всеми, кто играет в данную игру и кому это видео будет полезным. Ну, что, мы начинаем? Что от нас требуется? От нас требуется, нам нужно найти ремесленника. Ремесленника найти не трудно, он есть почти в каждой сейф-зоне. Но я вот нахожусь сейчас в рыбьем глазе. Нам нужно подойти к нему, посмотреть, что у него есть. Самое главное — это вот пигменты, перья. Но вот окислителей нету, есть чистящие средства. То есть, почему я решил это попробовать, у меня закончился металлолом. Надеюсь, тебе понравилось. Так, время у нас 22:25. Так, сейчас я покажу. Вот мой рюкзак. Вот, как видите, здесь нету ни перьев, ни пигментов, ни чистящих средств, ни металлолома. То есть я уже заранее сейчас все убрал в сумку, чтобы это были, эти поля были пустые. Подходи уже сюда, закупай. Что нам нужно? Нам нужно дождаться время, чтобы на часах было по нолям, то есть ровно полночь, и в эту полночь нам нужно успеть зайти к ремесленнику, то есть чтобы начать скупать у него его шные ресурсы, которые у него есть. Нам осталось дождаться так, чтобы время шло быстро. Вот видите, да, быстренько идет. Нужно поставить уровень сложности низкий, то есть, ну вот он меняется в параметрах, ничего сложного нет в этом. Если вы играете на высоком, зашли, поменяли, как все сделаете, зашли обратно, поменяли на высокий, то есть проблем с этим нет. У меня столько же товара, сколько у Фрэнка. Ну что, ждем. Так, ну вот время подходит, нам нужно подойти к нему, успеть нажать R. Опачки, все. Теперь смотрим, вот пигменты и перья, да, или окислители и, ой, вернее, чистящие средства и пигменты, да, вот нам тут мы сейчас будем скупать. Опа. Все, пошла жара. Видите, да, скупается два пигмента. О, да. Неплохая хреновина. Один, два, один, два. Также и чистящие средства. Не думал, что ты захочешь что-то такое. Сейчас по одному. Мощная штука, мужик. Также перья. Пигмент. Перья, пигменты. Эта штука никогда тебя не подведет.
Металлолом. Одобряю, одобряю. Я уже вижу, что ты сечешь в этом деле. Это поднимет тебя на совершенно иной уровень. Ладненько. Я думаю, достаточно. Давайте посмотрим. Возвращайся пока. Да, 540 металлолома, 33 перьев, 31 пигмент и чистящие средства. То есть вот, пожалуйста, обмотка она у меня была уже. То есть данный способ работает, пользуйтесь. Ну, единственный минус, что тратятся деньги. Но я думаю, с деньгами у многих проблем, но нет, проблемы есть с ресурсами. Так что теперь есть куда потратить деньги. Еще хочу показать один способ. Как видите, у меня здесь нету ни меда, ни кардицепса, ни ромашки, ни лаванды, да? То есть, где нам все это взять и таким же способом нафармить. Сейчас я покажу. То есть, что нам нужно? Нам нужно прийти вот сюда вот, в лавку Чумной Ведьмы. Вот мы добрались до лавки Чумной Ведьмы. Находится она вот. Это в Center Loop. Это единственный продавец в игре, который продает мак, мед, кардицепс, ромашку, лаванду. То есть определенные какие-то хилки. Может попасться у нее, что может быть полная аптечка. Так, что нам нужно? Нам нужно сейчас дождаться. Также полуночь. Сейчас я покажу вам, что у меня в инвентаре. Как вы видите, нету ни меда, ни ромашки, ну ничего, как в прошлый раз, да, есть только мак. Также мы попробуем скупить у нее расходники, да, вот видите, какие у меня есть. Сейчас мы все проверим. Нужно успеть на ли нажать. Вот. Все, нажали, успели. Ну, начинаем скупать. Много скупать не будем. Так, ну давайте попробуем вот эти вот аптечки скупить. Эти вот усилители, вот лучше надо было их скупать. Ну что, проверяем. Находим инвентарь, смотрим расходники. Да, все, вот видите, можно покупать у нее. И расходнички. Так, а что у нас по этим? Да, вот кардицепс, мед, мака больше стало, вот ромашка, также металлолома. То есть все, данный способ работает, наверное, до первого патча. Но будем надеяться, что не до первого, до второго, чтобы мы успели нафармить денег и ресурсов для себя, если у кого-то это в дефиците. Ну а на этом, я думаю, будем прощаться. Еще раз хочу повторить, что на канале будет розыгрыш 20 сентября. Так что подписывайтесь и участвуйте. Желаю всем удачи. Ну и до следующего видео.